Всем привет, меня зовут Полина, и это мой первый влог. Вообще, я думаю, что мне надо было начать записывать видео с самого утра, когда я проснулась, потому что это же домашний влог. Но я затупила, и в итоге вот сижу, пью кофеёк. А это называется «Проблемы челкастых людей». Я постригла челку, и ее надо укладывать. Наверное, это видео будет называться «Один день со мной» или как-нибудь еще, как там банально называют влоги. На самом деле, это достаточно новый для меня формат, но я хотела попробовать, потому что я сама люблю такого рода видео. Прям, не знаю, создают какую-то особую атмосферу, и я очень надеюсь, что у меня что-то получится, и, в общем... Сделаем вид, что никто не заметил того, что на моем мизинце нет лака. Короче, я решила переодеться в более нормальную одежду, потому что в той я чувствовала себя максимально убогой. Максимально не для видео, поэтому цвет настроения черный. Но я не захотела перезаписывать начало, поэтому в начале видео, естественно, я буду сидеть как бомж. Короче, так как у меня нет штатива, сегодня мой штатив выглядит так. Просто спасибо, Саша, за то, что ты любишь читать. Кстати, посмотрите, это мы. Прелесть, правда? Почему-то не хочет фокусировать. Короче, я пыталась. Так как я уложила ребенка спать, я могу немножко с вами поболтать. И спокойно допить свой кофе. Короче, что произошло нового за время моего отсутствия? Ничего. Мы побыли в Гомеле, погостили у родителей. Целый месяц, хотя изначально я планировала туда на 2 недели. Увы, немножко все пошло не по планам. Я постригла челку. Как постригла? Короче, ко мне приезжала сюда моя подружка. Кстати, вот она приедет сегодня. И в прошлый раз мы решили с ней постричь челку. Мне сказали, что она мне идет. Ну, по крайней мере, я надеюсь, меня не обманули. И я потом распущу все, и вы все увидите сами. Короче, мне надоело ходить с этими недокосичками. Я решила распустить их. Не знаю, что из этого получится. Я помню, как я делала такие кучеряшки в школу, были времена. Как всегда, хрень какая-то получилась. Ну да ладно. Это же домашний влог. А дома можно. Затяните, какого прелестного цвета расческа. Бам! Ну вот почему всегда вот здесь какая-то вот такая шняга, а здесь лысина. Кстати говоря, вот и челка, как-то она некрасиво сегодня легла. Вот как всегда, как назло, почему, когда я хочу пофотографироваться или записать, моя челка лежит как не знаю что. Блин, мне не нравится, как она сегодня лежит. Вообще не так, как обычно. Как-то некрасиво. И волосы сегодня как-то по-дурацкому смотрятся. Теперь я буду сидеть и ждать Лизу. Лиза сбросила мне видео. Послушаем, что она скажет. Ехали куда-то, он еще что-то забирает, и сейчас он меня уже к тебе отвозит. Может, узнать, посмотреть, где я. А еще что я хотела тебе сказать, А, меня так вкусно покормили сейчас. Мы, кажется, зашли в какой-то кебаб. Это было так охуенно вкусно. Было больно есть, конечно, я очень долго ела, но с таким удовольствием. Ё-моё. Надо поесть. А еще за время отсутствия на канале я сменила несколько цветов волос. Ну, вы поняли, что я имею в виду. И сейчас они вот такие. Хотя на камере какая-то я более рыжая, что ли. В жизни он как-то ближе к блонду. Мне очень нравятся рыжие волосы, и вот я сейчас размышляю о том, чтобы пойти снова купить рыжую краску. Ладно, Лиза сказала, что она уже подходит. Ой, божечки, я забыла, что микрофон здесь, а не там. Она еще должна зайти в магазин. И все, и она будет здесь. Короче, я пришла сейчас на кухню, чтобы показать вам одну маленькую прелесть, которую я вроде как вам еще не показывала. Вы видели только Надюшу, но мы забрали нашего еще одного питомца из Гомеля, который проживал у моей мамы целый год. Это Бэмби. Он меня пометил.
Просто хотела показать вам это. Господи, оно, наверное, не видно. Я, как фанат дневников вампира, просто в восторге, просто счастлив. Просто здравствуй, просто как дела? Короче, я не знаю, который раз за день я уже переодеваюсь, но из всего уважения к черному цвету мне в нем стало жарко. Я все еще жду Лизу, потому что Лиза никак не может определиться с покупками в магазине. Боже мой, мы с моим другом ее очень ждем. Серьезно, где она? Пришла. Ну, заведение, которое покупай рекомендует. Ой, ты можешь мне, кстати, кофе сделать целого вот этого Starbucks? Это лучшее, что я в жизни вообще пробовала. Хочу острую курицу. Короче, мне это нравится, это все. Оп, смотрите, какой вид мне задают. Давай еще, Игнат, давай. Оп, вот так вот. Блюдо от шеф-повара. Оцените мои носки с Гарри Поттером. Блин, там непонятно, что это Гарри Поттер. Просто грибов было мало. Да блин, оно не фокусирует. А сахар? Блин. Ой, сейчас какие-нибудь кофеманы сейчас будут плакать, потому что я пью кофе с сахаром. А где сахар? У нас сахар закончился, я без сахара пью. У нас нет сахара. Для меня это мерка. Так. Оп. Все, ждем, пока кофе настоится. Потом берем молоко. Ну, познакомились. У меня слова закончились. Боже, это что-то просто невероятно. Как он классно. Он трясется. Он тебя боится. Тебе страшно со мной. Боже, я тебя расцеловала. Давай ко мне иди. Иди сюда. Иди ко мне. Давай лапки свои. Красиво, это водичка. Вот, я опускаюсь. Вода очень, кстати, прозрачная была. Мы как-то в какой-то день пришли, там ты заходишь по шею, и типа, ну, ты видел воду. Ой, ё-моё, что за... Лиза недавно приехала с моря, теперь хвастается мне своими фотографиями с красивыми видами. И я такая, типа, я тоже хочу. А еще мне Лиза привезла с моря всякие милости, прелести, и вы просто посмотрите. Бурлящие сердечки, мечта единорожки, просто здесь много сердечек, я так понимаю, это бомбочки в ванну, типа. Она сказала, что как только она увидела эту, господи, как эта штучка называется, наклейку, короче, на этой баночке, она не смогла устоять и взяла ее мне. Она не успела приехать и уже кому-то звонит. Вот неужели со мной настолько скучно? Она ко мне как не приедет, постоянно она всегда с кем-то на телефоне. Всегда. Пока мы просматривали Лизины фотографии, у нас пошел дождь. Опять. Просто. Слышал, где? Опять. Подожди, живу. Может, ты пододвинешься немножко? Подвинься, тебя не видно. Вот так. Короче, мы решили как-то развеять время. На фоне будет... ворчать ребенок, не обращайте внимания. Как рассказать, как это правильно называется? Короче, я думаю, все знают вот этот челлендж, когда кто-то сидит в наушниках, другой говорит ему слово, и тот должен угадать слово, которое ему сказали. И не ту игру взяла, тут не слова, отмена, сейчас пусти. Но мы решили не придумывать слова сами. А брать слова с карточек. У меня есть игра, новогодний крокодил, и мы будем брать слова отсюда и угадывать слова. Кто будет первым? Ну, ты в наушниках. Не, давай ты, я буду время сейчас засекать. Надевай я свои. Я слишком тупая, чтобы сейчас что-то угадывать. Надевай свои. И за сколько? Минуту ставить таймер? Давай. Что ты включила грустную какую-то? Давай нормально все. Ты меня слышишь вообще? Что?
Хорошо. Я поняла, что ты что-то возмущалась, но не поняла, что. Подожди. Я правила недообъяснила. Тянем отсюда карточку, ну, по очереди, там список слов. О, блин, ногу от микрофона. Может, я хочу зевнуть, я не могу настроиться. Включай песню, да подожди, ты, господи, включаешь песню, я нажимаю на таймер, тяну карточку и все, минута пошла. Раз, два, три. Ты меня точно не слышишь? Так, ладно. Бокал. Что? Бокал. Бокал. Бокал? Да. Давай сейчас. Нарцисс. Нарцисс. Я не понимаю. Нарцисс. Нарцисс. Нарцисс? Да. Учитель. Учитель. Мука. Мука. Учитель. 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 Еще раз. Время вышло. А слушай, что так быстро? Что такое любовь? Так, давай. 18. Сейчас наушники я засунула. Давай, раз, два, три. Ворс. Гвоздь. Ворс. Ворс. Воск. Ворс. Воз. Ворс. Воз. Вор. Вок. Ворс. Волос. Россыпь. Россыпь. Что это за слова? Ро. Ко. Го. Ро. Гое. Ро. Ро. Давай, говори. Россыпь. Россыпь. И россыпь. Есть. Блять, время. Супер, за минуту 07 я угадала одно слово. Полночь. Полночь. Бо. По. Мо. По. Бо. По. Бо. По. 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 Полночь. Потом. Дар. Дар. Да? Дар. Да. Да. Я не понимаю. Дар. Дар. Рычаг? Дар. Дар? Да. Зоопарк. Зоопарк? Зоопарк. Еще раз. Зоопарк. Я считаю жопа. Барон. Мороз. Ба. Ма. Ба. Ма. Ба. Ма. Ба. Ба. Ро. Ро. На. Барон. Династия. Ди. С. Ди. З. Ди. Что? Ди. Ж. Ди. Ж. Ди. З. Понимаю. Ди. Метель. Метель. Лояльность. Ло. Ло. Я. Да. Я. Тка. Я. Лой. Я. Подожди, у меня песня закончилась, слышишь, бежит. Давай. Ло. Ло. Я. Лоя. Л. Лены. Лояльность. Но. Лояльность. Да. Я успею. Да. Боже, я слишком много странных звуков издаю. Ты потом тупо вырезаешь, окей? Конечно. Воля. Воля? Да. Титан. Титан.
Титан. Ти. Ди. Ти. Зи. Ти. 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 Империя. И. И. Им. П. М. Им. Ипа. Им. Им. П. Имп. П после М, боже. Им. М. 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 П. М. Мишура. Бирюза. Мишура. Пожарный. Пожар. Пожар. Ны. Пожарный. Краб. Краб. Грабли. Краб. Граб. К. Краб. Краб. Будильник. Бу. Ди. Бутер. Будильник. Буди. Будильник. Будильник. Карнавал. Карнавал. Гора. Карнавал. Кара. Карнавал. Караван. Карнавал. Каравай. Карнавал. Карвало. Карнавал. Карнавал. О, перспектива. Чего? Перспектива. Бе. Пе. Бе. Пе. Бе. Пе. Бе. Пе. Бе. Бе-бе. Пе. Без. Перспектива. Бесперспективный. Перспектива. Бесперспективно. Бесперспектива. Перспектива. Бесперспектива. Подарок. Подарок. Пожар. Подарок. 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 Подарок? Да. Букет. Путь. Букет. Бу. Пу. Бу. Бу. Кет. 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 Букет. Букет. Бу. Бу. Кет. Букет. Колесо. Ко-ле-со. Что? Ко. Бо. Ко. 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 О. Ко. Ко. Ле. Коле. Коле. Со. 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 Колесо. Колесо. Я сейчас. Я знаю, но я просто на потом. Давай быстрее карточку еще одну и все. Так. 2 hours later. Тут открыто было. Вернулся, сгонил и привез. Как будто мусор. Тут, наверное, подожди, прости, тут, наверное, очень плохо видно, но Саня приехал домой, и мы с Лизой решили пойти в магазин. Надеюсь, нас не убьют. Мы только вышли, уже столько пьяных, а еще на меня как будто что-то капает. На тебя ничего не капает? Иду в мокрых кроссах тебе, где бы я? Мне сказали, что я буду похожа на городскую сумасшедшую. А нет, я взяла маску. Я думала, я забыла маску, мне ничего не продадут. Я взяла, слава богу. Да, я вспомнила, что я положила ее в сумку. А еще я конспирирую свою щеку, поэтому хожу вот так в маске. Пройти 3 шага, наряжаться 30 минут. Набор сильных и независимых. Агуша без сахара. На рыбку тянет. Мы решили не торопиться домой и немножко прогуляться. Купили еды? Но мы еще домой купили еды. Чуть-чуть совсем. Да, ну типа, на прогулку мы купили это. Ты голодная? Нет. А я очень голодная, если честно, потому что я сегодня еще ничего не ела, вроде. Что такое любовь, когда в земле 18? Там некрасиво. Вот здесь у нас, кстати, зимой очень красиво, потому что вот это все зажигается, оно туда дальше тоже там зажигается. И, короче, зимой здесь очень классно гулять. Еще здесь обычно чистая территория. Нет всяких. Короче, тут классно. Зимой. Да, Лиза? Да. Опять в телефоне.
Опять в телефоне. Вообще-то я смотрю то, что вы мне тут с Ладно, мои истории репостят. Мы, если что, уже дома. И я не знаю, наверное, мы сейчас посмотрим какие-нибудь видосики или фильм, хотя я не хочу смотреть фильм. Поедим вкусняшек, которых купили, и, наверное, потом пойдем ложиться спать. Хотя, может, и не пойдем, я не знаю, мы обычно засиживаемся часов до 4 утра. Но сегодня и у меня, и у Лизы такое состояние сонное, и поэтому я не знаю, насколько нас хватит, но будем на связи. Мы решили посмотреть какой-нибудь фильм, и при этом мы уже полчаса выбираем, что мы будем смотреть. Мне кажется, пока мы выберем, Лиза уже все слопает. Отличница легкого поведения, что знакомая? С Эммой Стоун, которая. В 20 лет я родила своего... Мы решили пересмотреть очень плохих мамочек. Смываем косметику под фильм, потому что скоро пойдем спать. На самом деле я очень устала. Ты устала? Я устала. Все, теперь у меня... Я без одной брови, хотя у меня не видно. Ладно, качество... без одного глаза. Тоже не видно. Ладно, качество все равно отстойное. Спокойной ночи нам. Доброе утро. Я решила продолжить снимать и сегодня. Мне показалось, что я вчера очень мало снимала. И я решила поснимать еще и сегодня. И вот сейчас мы уже встали, позавтракали, если это можно правда назвать завтраком, но мы позавтракали. Лиза сейчас пошла в душ, а я решила, пока она в душе, немного привести себя в порядок и накраситься. Блин. Конечно, накрасилась. Моя косметика, которая мне сейчас нужна, стоит в ванной. А там Лиза. Обожаю. Видимо, не судьба. Мы когда вчера вечером пошли гулять, у меня были сережки. На одном из колец у меня была фиговая застежка. Ну, то есть она сама могла отстегнуться. Я ушла с двумя сережками, вернулась с одной. Я очень надеялась, что я потеряла ее дома. Ну, то есть, может, когда раздевалась или что в этом роде. Но потом я посмотрела фотографии, которые мы делали. Когда мы выходили из дома, сережка была. А потом, когда мы делали фотографию возле дома... Я уже была с одной сережкой. То есть сейчас где-то там на улице, не знаю где, лежит, грустит ее подружка. Так странно, знаете, снимать видео, когда ты не накрашенный, типа, и волосы еще мокрые. Буду сидеть с вами вот с такими сосульками, пока они высохнут. Решила добавить хоть что-то полезное сюда и рассказать вам про вот этот вот карандаш для губ. Это просто мой самый любимый карандаш. У меня этих карандашей сейчас дома штуки 3-4. И, короче... Ну, типа, знаете, чтобы в каждой сумке был, что если я куда-то иду, у меня был с собой карандаш, чтобы, если что, подкрасить. Это Рилуи, я надеюсь, правильно прочитала, тон номер 01, просто запоминайте, самый лучший. А еще у меня есть такая идея, хочу заснять видео про мои, так сказать, фавориты. Вообще могла и тут рассказать, но я рассказала вот уже про один карандашик, но я думаю попробовать снять на эту тему отдельное видео. Уже более интересные, полезные, чем этот влог, потому что здесь просто мой обычный день, и я хочу снять именно видео, где я вот рассказываю, показываю. Правда, конечно, надо еще, в принципе, сесть за это видео, подготовить продукты, которые я буду показывать, рассказывать, и снять это видео. Я надеюсь, я сделаю это в ближайшее время. А еще, короче, чисто почему я сижу так, обрезаю себе лоб? Просто потому, что мои волосы прямые, но вот вы видите, они мокрые, вы видите, что они высыхают вот прямыми. И челка получается, когда она высыхает, она такая же. И она просто висит, знаете, обрубок вот такой прямой. Это вообще некрасиво смотрится, и надо же хоть как-то ее укладывать. Я снова в телефоне. Бьюти-процедуры в полном разгаре. Волосы к маске прилипают. А еще мне надо помыть зеркало. Ой, это фанатов. Спасибо, 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 Надюша. Лиза собирается уходить, и мне становится очень грустно, потому что я снова остаюсь одна. Спасибо. Лечите зубы вовремя, ребята. Решила накрасить брови Лизиными классными тенями и по глупости взяла темный оттенок, а теперь я. Консилером подведи. Просто вот тут вот по контуру, и будет вообще пушка-бомба. В общем, Лиза уже уехала домой. Саша на работе, и я снова осталась одна. И мне теперь как-то так тоскливо стало. Вчера весь день была не одна, а сегодня одна. Буду сейчас смотреть сериал,
Я, кстати, смотрю «Отчаянных домохозяек». Я не знаю, мне что-то тюкнуло в голову, и я решила их посмотреть и отдыхать. Вот. Поэтому всем спасибо за просмотр, если вы, конечно, досмотрели до конца. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Пока!